президент Беларуси встретился со спикером Меджлиса Азербайджана. О роли парламентариев и белорусско-азербайджанском сотрудничестве разговор шел во Дворце независимости. Затронутые темы, прозвучавшие на саммите лидеров СНГ в Сочи. Принципиальная позиция белорусской стороны в усилении парламентского измерения в сотрудничестве и других интеграционных структурах. Задача – избавляться от формализма. В целом, от межпарламентской ассамблеи ждут больше активности. Делегация депутатов Азербайджана в Беларуси со вторника. Прошли переговоры с руководством Национального собрания и в правительстве. Гости посетили промышленное предприятие, а в начале недели состоялся визит министра обороны этой страны. Санкт-Петербург принял заседание парламентской ассамблеи АДКБ. В Белом зале Мариинского дворца представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсуждали военно-политическую обстановку в Кавказском регионе, взаимодействие в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, непростую ситуацию у границ государств-участниц АДКБ. В 2017 году Беларусь председательствует в АДКБ и на заседании парламентской ассамблеи предложила усилить противодействие гибридным войнам и борьбу с киберпреступностью. Всемирный день хосписной и паллиативной помощи отмечается 14 октября. Он призван обратить внимание на проблемы, возникающие при оказании социальной, духовной и медицинской помощи неизлечимо больным людям. К этому дню в Беларуси подвели итоги благотворительной акции «Связаны добром», во время которой можно было связать небольшой квадрат, ставший деталью большой мозаики.